Еще раз обращаюсь к администрации президента. Или я официально этот вопрос поставлю у президента на встречу. Отвяжитесь от наших народных предприятий. Продолжается судебная тяжба вокруг совхоза Ленина, хотя поручение соответствующее и Следственному комитету, и администрации президента даны. 705-й суд снова развертывается по инициативе «Единой России». Я обращался к Володину, не отреагировали. Захватили дом культуры, детей выгнали и сидят с грязными сапогами в грязных масках. По-прежнему парализовал один из главных объектов в этом микрорайоне, где проживает 10 тысяч человек. Обращаюсь к правоохранительным органам, у вас на столе лежит коллективное заявление наших депутатов. Наведите там элементарный порядок, или мы пригласим своих соотечественников бороться за достоинство и законность.